Ребят, всем привет! С вами Дим Димыч. Прошу извинения сразу за громкость. Время 1:00. Ну, а я потихоньку ковыряюсь. Мои домочадцы спят. А я сегодня днем немножко отдыхал, поэтому на вечер оставил, на поздний вечерок. Оставил как бы вот эту всю поделочку. Ну и решил заснять видео. Да, в принципе, не то, что решил, а обещал. В общем, ребят, переточил немножечко я больстырок. Посадил это все. Сейчас покажу, попробую показать. Ну-ка. Фокус потерялся. О! Пересадил все. Подпилил, подточил, убрал все лишние толщины, замотал клинок в стрейч-ленту. В общем, набрал проставочек, нержавеечки, фибра. Немножко обпилил брусок до нужной мне формы. Это тот же самый корень ореха, сделал всад получился, ну, чуть больше в пол бруска, в принципе, хватит за глаза. Орех довольно таки серьезная древесина на излом, но, к сожалению, как я и говорил, данный брусочек он не стабилизированный. Вот меня единственное, вот этот момент немножечко, ну, не то что пугает, а волнует. Ну да ладно, заказчик, я думаю, понимает все это дело. А, ну что еще? Здесь была прямая посадка больстера, плечики были прямые на клинке. Я плечики на гриндере немножечко снял, сделал их немножко с наклоном. Потому что немножечко наклонный угол имеет спуск, линия начала спусков от тупья. Сейчас я скотч немножко отдеру и показать хочу. Я так понимаю, вы видите, да, про что идет разговор? Сейчас, секунду, я попытаюсь объяснить, нарисовав рисуночек. Ну-ка, попробую сейчас по-быстрому нарисовать. Взял бумаги, листок. Ну, короче, что получается? У нас был клинок с какой-то там определенной геометрией. Вот так, ориентир, да? У данного клинка плечики были сделаны прямые. Прямые. А вот эта вот линия, от которой брался спуск, ну, будем вот так вот даже вести. Вот эта вот именно линия, она была сделана изначально, ну, тем, кто пилил этот клинок, именно под уголком. Вот эта вот часть, это была все спуск. Ну, а здесь вот осталась кованина. Ну, так вот, больстырок у нас изначально сидел прямо. Прямо. Вот эту вот форму, он такую вот, там, какую-то замысловатую имеет, небольшую. Я его посадил больстырок сейчас именно вот так. То есть я на гриндере убрал вот эти вот части, вот это вот место, и подпилил немножечко алмазным надфилем именно вот этот уголок, чтобы больстер у нас лег именно вот так. Вот. Сейчас зачеркаю, чтобы более понятнее было. Еще раз прошу прощения за то, что я очень тихо разговариваю,
потому что на улице ночь, мои домочадцы спят, а я потихоньку ковыряюсь. В общем, ребят, сделал вот такую вот небольшую агрессивную посадку больстера именно на косые плечики. Ну и, соответственно, после набрал там кое-какие там проставочки и, понятно, запилил брусок тоже под угол. Вот он. Вот. Ну и вклеил все это дело. Оставляю на ночь. Лишнюю смолу, лишние подтеки, эти все сопельки убрал. Пускай сохнет. Все вроде по линеечке, все вроде по разметочке. Ну и все. Че, пускай сохнет. Потом, наверное, уже покажу полностью готовый нож, как он есть. Потому что, ну, не вижу смысла показывать всю эту опилку, обточку. Вот этой ерундой страдать. Все, ребят, давайте до следующего ролика. Всем пока-пока. Всем всех благ.